Добрый день, друзья, дорогие зрители. Меня зовут Анатолий, мне 47 лет. Я вот с Архангельска переехал на юг без денег. Умудрился. Вот, хотел бы вам рассказать, как я это сделал, как у меня все получилось. Переехал я на юг за материнский капитал, мы дом покупали. Купили там, получилось, два дома. Один дом 47 квадратных метров жилой площади. Второй дом — это летняя кухня, большой дом, в котором тоже можно жить, проживать и зимой, и летом. Вот. Там печное отопление, газа там нет. Вот. 70 соток земли. Вот посмотрите. Как это много. Вот это все наша земля. Получается, у вас самая интересная для людей тема. Вы переезжаете на юг, уже, я поняла, подобрали себе дом, и самое главное, без денег. Ну и как это вам удается? Ну, можно сказать, легко удается. Мы хотели, конечно, очень много посмотреть, ехать вплоть до Майкопа даже, осматривать дома. Ну, мы посмотрели 4 дома, и на 4-м доме у меня жена просто говорит: все, это мое, я, говорит, рожала детей, это мое, все, я, говорит, покупаю. Сколько у вас детей? Согласна. Ну, у нас детей, как говорится, двое, плюс еще, конечно, есть на опекунстве ребенок один. То есть вот. Трое? Трое, да, получается. В общем, вы такая большая семья. Да. И у вас, вы мне сказали, 70 соток земли. Это что за чудеса такие? Да, ну вот там такой участок большой, 70 соток земли. Там участки, там два дома стоит. Это у меня на канале, там есть обзор дом номер 4. Вот этот дом, который обзор номер, дом номер 4. Я, конечно, сниму еще раз видео по этому дому, выложу получше, побольше. Все, расскажу про этот дом потом. Потому что там очень кратко получилось, телефон греется, не смог все это сделать. Проблема просто. В общем, у вас практически цель-то реализована. То есть вы, у вас точка отправления была какая на юг? Куда? С Архангельска, город Архангельска. То есть вы с города Архангельска, да, Белого моря. Приехали, выбрали дом. Да, все, да, у вас произошло достаточно быстро, да? Да. С садом у нас будет и малина, и виноград. И все. Здесь вот на поле мы посадили полосу люцерки для козочки, для нашей. Вот. Там дальше уже ковушки мы садим в сад, делаем. Садим чеснок, лук на зиму и прочее. Сажаем чеснок. Да? Мамочка у нас садит чеснок. Горная коза. Мила решила покататься у нас. О как. Ох, папа, плакала твоя машина. Пока папа спит, не видит, Мила отрывается. Пошла в отрыв. Мила, Мила, Мила.